Всем привет, с вами снова я, Настя и Егорка. И 2015 год подходит к концу, скоро наступит 2016 год. Мы желаем вам много счастья, веселья, улыбок, исполнения ваших желаний. 2015 год нам преподнес много-много впечатлений. Осталось самое главное впечатление, вот оно, радость жизни. Хотим, чтобы 2016 год, преподнес нам маленький сюрпризик. Чтобы курс рубля стал как раньше, чтобы путевки стали дешевле, чтобы мы поехали отдыхать летом. Ой, прибродал. Да и вообще, надеемся, что грядущий год принесет нам много-много положительных эмоций. А мы пошли кушать салатики, есть пюрешки и ждать подарки. Всех любим, всех целуем. Пока-пока! Егорк, а где зрители? Там зрители, правильно. Не хочет он вам улыбаться, настроение не то, скажем, подарки не подарили, улыбаться не буду. А кукусики? Укушу? Ой, боюсь. Ладно, мы побежали, и вы тоже бегите к своим детям, родственникам, друзьям, обнимайте, поздравляйте. Да что такое, настоящий мужчина, да? И кушать салаты. Всех любим, всех целуем, пока-пока.